ЦСКА, пожалуйста, появитесь на ристалище, не заставляйте своего противника ждать вас. Команда в черно-зеленых наладниках. Тим Тарэ! Финляндия! Бело-зеленый с головой полосой и номерами на плечах. Команда НСК! И одна представительница клуба «Гарнизон Владивосток». Окей. Let's go! Первый раунд, бой! Итак, судьба бронзовой медали решается здесь и сейчас. Финляндия или Россия? Друзья, давайте поддержим команду из России! НСК! Это 13-й кубок «Динамо». «Динамо 2018». Женская номинация 5 на 5. Бой за бронзовую медаль. Ваши аплодисменты бойцам! Догнала, но не успела буквально на два шага. Опередила ее финка. Успела взять запасное оружие. Бой продолжается. Счет равный 5-5. Четыре в четыре. И сборная НСК получает преимущество плюс один. Капитана финской команды атакуют сразу две представительницы сборной НСК. Тут же происходит в центре ристалища размен. И счет 3-2. По-прежнему преимущество одного бойца у сборной НСК. Самый результативный боец команды НСК под номером 8, Анастасия, пытается взять захват со спины свою оппонентку. Прошу прощения, номер 8 это Алена. Капитана финской команды кладут на землю. Бой 2 в 1 продолжается. 2 в 1. Два щитовика и боец двуручным топором со стороны Финляндии.
не держит оружие друг друга. Благо, задревковая может держаться обеим командам. Стоп файт! 2-0! Победа сборной НСК! Готовимся ко второму раунду. Сколько у нас времени? Еще 6 минут. Больше половины. 2-0 по итогу первого раунда. Сборная НСК вырывает победу. Готовимся ко второму раунду. Fighters ready? Okay, guys, ready? Бойцов, бой! Напоминаю, это бой за бронзовую медаль Кубка Динамо 2018 номинации 5x5 девушки. 6 минут до конца этого боя. Счет 4-4. Еще один размен. И в этот же момент. В этот же момент счет увеличивается в пользу сборной НСК. 3-2. Девушки умудряются еще извиняться друг перед другом за то, что мешают каким-то образом наносить удары. Все это означает только то, что у них действительно сильная команда, и они имеют возможность действовать сообща, понимая друг друга с полуслова. И именно таким образом достигаются самые интенсивные, самые яркие победы. 5-5 – это в первую очередь командная работа. В первую очередь нужно следить за тем, что происходит справа и слева. Как себя чувствуют и как себя ведут твои одноклубники и сокомандники. Итак, капитан финской команды Роза находится в плену между двумя представительницами сборной НСК. Они не дают ей двигаться, пытаются выбить ей ноги. Посмотрим, сможет ли она устоять под этим напором. Поддержим наших девчонок, друзья! Конфедерация госпитальеров, почему не аплодируем?
был проведен запрещенный удар. Прямой удар в колено. Это запрещено делать. Это приводит к серьезным травмам ног. Сборная НСК. Ай-яй-яй. Желтая карточка номеру 9. Сборная НСК. Ну что, парни из НСК, почему молчим? Поддержите девчонок! Эстония, вы же любите финнов, поддержите девушек! Финнов! Полторы минуты до конца раунда! Полторы минуты! Полторы минуты было 10 секунд назад. Уважаемые фото-видеооператоры, не мешайте работе судей и технической команды. Секунд!